будет стоять основная камера, снимать эту комнату. Другая камера GoPro, та, которая у меня разбита. Дисплей здесь не показывает, но она еще снимает. Так, все есть. Сейчас пусть поснимает, камеру поснимают, та поснимает, потом я ее сменю, переставлю уже в другую комнату, как я уже говорил, в ту комнатку маленькую. А потом там, где вот холодильник сейчас был звук, туда поставлю. Выключу потом здесь свет, поставлю в той комнате, полностью без света будет. Активность была, часы, вот это покрывало, потом шаги, которые я слышал, когда я был на чердаке, я слышал, что здесь кто-то ходил. Потом по камерам посмотрю. В общем, сейчас я поснимаю, позже уже буду проводить сеансы ГФ. Так, все, камеру я забрал. Закрыть его. Так. Устанавливаем где-нибудь. Здесь. Эту камеру в той комнате. Так, друзья, сейчас установил здесь колокольчики. Буду проводить сеанс ЭГФ. И здесь поставил камеру. Сейчас я включу. Так, все, запись пошла. Все, сейчас включу ЭГФ. Если здесь кто-то есть из мира духов, дай мне знак. Это музыка, что ли, играет? Это реальная музыка. Вот, друзья, и началось. Вот только что это за музыка играет?
Шкаф сейчас, это пипец. О, белый фон. Ты можешь выйти со мной на связь? В общем, друзья, просидел еще где-то час, полная тишина, после всего ПЭГ больше никто не отвечает, вот только была вот эта музыка, и все, больше ничего нет. Сейчас я буду ложиться уже спать, также перед этим установлю здесь камеру, одну камеру поставлю здесь, в этой комнате, вторую камеру поставлю в этой комнате, это с ночным режимом. Ну, в принципе, где она стояла, там и будет стоять. А GoPro поставлю здесь. В общем, как-то так. Так, все. Вторая GoPro есть.
Здесь кто-нибудь есть из мира духов? Можете мне ответить на несколько вопросов? Можете мне ответить на несколько вопросов? Кто со мной общался в прошлый раз? Кто со мной общался в прошлый раз? Он. Кто он? Кто он? Страшно. Мы молчим. Вы боитесь его? Да. Он здесь? Он здесь? Нет. Кто он? Кто он? А как здесь оказался бес? Как здесь оказался бес? Как здесь оказался бес? Ничего не понимаю. Друзья, здесь вообще захоронение, и я не могу понять, как здесь вообще мог оказаться бес. Что-то вообще странное. Как здесь оказался бес? В общем, друзья, по ЭГФ полная тишина. Я вот одного не могу понять. Как здесь оказался бес? И что он вообще здесь делает?
если здесь были захоронения под этим домом, как по легенде. Я не знаю точно, есть ли здесь захоронения. Но по легенде здесь очень большое захоронение. И вот я хочу сейчас выяснить, как и почему здесь оказался бес. Установил я там камеру в коридоре с ночным режимом. Также опять здесь установлю GoPro. Не знаю, усну я сегодня или нет, но постараюсь поспать, потому что я реально очень сильно устал. Вот. Ну а если не усну, то скорее всего я хочу еще проверить чердак. Скорее всего, наверное, запущу машинку, прикреплю к ней камеру и запущу ее по чердаку. Как-то так.
Сейчас, друзья, буду проводить сеанс ЭГР. Попью кофе. Пока что все тихо. Ни стуков нету. В общем, ничего паранормального пока что нет.